Со временем шнур от пылесоса начинает плохо сматываться. Давайте разбираться, что с этим делать. Шнур сматывается плохо, потому что в том месте, где он располагается, скопилось много пыли. Избавиться от нее полностью невозможно, если только разобрать пылесос. Но не стоит этого делать. Поступим так. Возьмем миску с водой, смочим в ней тряпочку и, не сильно выжимая, проведем по всему шнуру. Затем в таком вот мокром виде его нужно свернуть, нажав на соответствующую кнопку. На мокрый шнур схватится пыль. Теперь ее нужно достать на поверхность. Снова вытягиваем шнур и теперь уже хорошенько протираем его от пыли. Можно повторить процедуру несколько раз, затем оставляем шнур высыхать. А перед тем, как смотать окончательно, сделаем специальную обработку. Берем антистатик, обрызгиваем им тряпочку и протираем весь наш провод и нажимаем на кнопку. Делать такую процедуру желательно хотя бы раз в год, тогда проблем со шнуром не возникает. Домашние хлопоты могут быть приятными, просто нужно знать, как их сделать легкими.